На конкурс дети читают стихи. Меня зовут комиссар Максим. Мне 8 лет. Сергей Михайлуков. Прививка. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну подумаешь, укол. Укололи и пошел. Это только трус боится, но укол идти к врачу. Лично я, привидишь, прится, улыбаюсь и шучу. Я вхожу один из первых в медицинский кабинет. У меня стальные нервы или нервов вовсе нет. Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол я охотно променял бы на добавочный укол, на прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Почему я стал у стенки?